руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы, ПАСЕ, Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России. Об этом сообщил член делегации из Киева, депутат Борислав Береза, передает Укринформ. По его словам, инцидент произошел на закрытой встрече политической группы Европейской народной партии, где обсуждался вопрос о возвращении российской делегации в ПАСЕ. «Мы задали главный вопрос: что для вас важнее, деньги или принципы? Мы спросили, почему вы готовы простить России 12 тысяч жизней, которые украинцы отдали? Киев считает Москву ответственной за войну в Донбассе». После этого началась ругань немцев, заявил Береза. Он подчеркнул, что представители Германии позволили себе использовать ненормативную лексику, а глава немецкой делегации повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и приобрел привычки гопоты. ПАСЕ в понедельник, 8 апреля, поддержала проведение срочных дебатов по докладу об упрощении процедуры снятия санкций с российской делегации. Это предложение активно поддерживает Германия. На этом все. Канал Политгурман. Пишите ваши комментарии под этим роликом. До свидания.